этой весной в Ульяновске зажигают новые звезды. Творческий проект Ильяса Хасанова «Крылья» приглашает новых участников на кастинг. Для того, чтобы стать звездой, талантливому человеку надо преодолеть страх сцены и поверить в себя. Затем придется хорошо потрудиться, выбрать репертуар, который лучше всего подчеркнет голосовой диапазон. В остальном поможет продюсер. Суть проекта, основная идея – это выявление талантов из непрофессиональных певцов. То есть Ильяс ищет именно тех людей, которые могут петь и из которых можно сделать действительно талантливых людей, звезд. Не побоюсь этого слова, российской эстрады. А победитель конкурса прошлого и этого года едет сразу в полуфинал на конкурс «Большая сцена», телеканал НТВ. Арина Мигдеева пришла на конкурс год назад за атмосферой и новыми знакомствами, но неожиданно для себя одержала победу. Благодаря этому девушку пригласили на НТВ в проект «Большая сцена». Честно говоря, вообще не рассчитывала на победу. И когда я узнала, что я победила, то есть на сцене объявили это, я была в шоке, в очень большом шоке. Но это очень классно, конечно. И после этого поехала на телевизионный фестиваль «Большая сцена». Айгуль Измайлова заняла первое место в первом сезоне творческого проекта «Крылья». Теперь она – педагог по вокалу и организатор второго сезона проекта «Первый взмах». Девушка уверена в том, что Ильяс Хасанов – талантливый человек с уникальным мировоззрением и собственным взглядом на мир. Это новый формат для нашего города. Было интересно, как это пройдет в первый раз. Прошло круто. Действительно, даже мне, опытному человеку, было чему поучиться. Я очень хотела победить, на самом деле, если быть честной, потому что у меня такой темперамент, я не люблю что-то делать просто так. Если ты идешь на конкурс, ты должен идти за победой. Екатерина Куликова благодарна Ильясу Хасанову за возможности, которые открыл перед ней проект «Крылья». Девушка пела в детстве, а теперь снова вернулась на сцену, превратив свое хобби в небольшой источник дохода. Я очень благодарна Ильясу, очень благодарна всем педагогам, которые с нами занимались. Также ребятам, с которыми я подружилась, познакомилась. Это был вот для меня такой яркий какой-то всплеск эмоций и нового опыта. Чтобы принять участие в новом сезоне проекта, достаточно заполнить анкету и прийти на конкурс 22 или 29 апреля в ДК имени 1 мая. Профессиональное жюри прослушает каждого и даст вокалистам рекомендации. 24 лучших участника на 3 месяца погрузят в атмосферу творческого центра «Крылья». Их ждут уроки вокала, сценического мастерства, репетиции и подготовки к финальному шоу. В августе жюри выберет одного победителя, который представит Ульяновск на международном фестивале в Москве. Все участники проекта «Первый взмах» получат дипломы. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Ул-Правда ТВ.